Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. Вау, что тут все это... Камера так качается, а? У аппарата, в общем, Зоди. На аппарате Королевство Амалура. Возмездие. Итак, идем в пещеру, чтобы найти пропавшего товарища, одного из гномов, которых мы повстречали. И журнал, также пропавший. Итак, это расколотая скала. Так, налево или направо, или вообще прямо? Нет, прямо мы не пройдем, давайте посмотрим по карте местности. Даже не знаю, видимо. Давайте пойдем налево, в общем. Надеюсь, долго особо мы не будем блуждать здесь. Вау. Нравится мне этот эффект, как растения встают при нашем приближении. Чувствуют нашу магию. Это что такое? Это выход куда-то еще? Так, нет, не будем мы выходить. Тем более, что мы не знаем, где мы вообще окажемся в таком случае. Так, дальше противник будет какой-то. Тем лучше. Покачаемся. Фаергорта. Ах, черт! Ах, черт! Так, толку отсчета немного. Так как он... В общем, под другим углом атаки его спокойно пробивают. Да и так он защищает не особо хорошо. Только совсем чуть-чуть блокирует урона. Может его прокачивать еще нужно или улучшать. Пока что толку от него, в общем... То есть не стоит заморачиваться еще и его использовать. Ну, конечно, когда будут противники особо сложные, бьющие очень больно, тогда да. Будем ее защитить. Пока что особых сложностей вообще не замечаю. Да, Баргист вообще легко убивается у нас. Опять-таки последний удар. Анимация оказалась довольно длинной. Из этого нас цапнули. Ну, ничего страшного. Так, что-то здесь мы можем осмотреть. Это чей-то скелет. Кинжалы. Так, мы вообще правильно идем или нет? Так как идти уже довольно-таки немало обратно. Мы можем здесь спрыгнуть? Не можем, к сожалению. Получи. Отлично. И зарубили его. Не помню, как называется эта атака. Может быть, стоит ее еще немножко прокачать, чтобы она посильнее была. Так, сундучок. Надеюсь, здесь что-нибудь хорошее будет. Сложность тяжелая, но пройти мимо я не могу. Блин, ну... Да чтоб ты был здоров, до самого конца почти дошли уже. Там 1% оставался, как я ненавижу такой закон подлости. Морозное лезвие, а это может уже быть даже довольно-таки хорошо. Может быть, оно того и стоило даже. Давайте посмотрим. Оружие основное. Так, молоты сразу же.
Где же это морозное лезвие? Сквайра, воровства. Морозное лезвие — это меч все-таки, да. Но, ух, атака 51. Вау. У нас сейчас 21, здесь более чем в два раза. Так, продавать мы его не будем. Мы его дома складируем, пожалуй. Блин, ну конечно, круто. Так, смотри, просто, если есть возможность сет собрать, то лучше собирать сет. Церемониальная рукавица, как они выглядят? Ага, 6 сил нужны для них. Ух, сколько дают эффектов. Но восстановления здоровья среди них нет. В таком случае мы их в мусор. Шоссе крепости в мусор тоже. Поножи в мусор. Мусор. Талисман свечения в мусор. Окей. Предметов новых нет. Продолжаем. Так. А, так мы уже... Вот и пришли, кстати. Отлично. Вау, что это за место такое? Как будто... Как будто здесь какие-то жертвоприношения проводились. Завет Силвана. За свет, ага. Ох, посмотрите. Что за ритуалы здесь были, а? Порванный дневник. Итак, как обычно, друзья, читаем на паузе, я читаю наискосок. Подробнее потом, возможно, прочитаю при обработке видео. Так, стоит ли его взять с собой? Давайте возьмем, ну, просто продадим потом. Труп Десперо. Журнал Стеллана Рейтона. Окей. Теперь всего лишь нужно... Ох, ты что такое, а? В принципе, ничего страшного. Ничего особо сложного. Главное, чтобы атаковать первым. Ну, напугала меня эта тварь, конечно. А, какая... Посмотрите на нее. Блин, это... Этой твари место в каком-то ужастике. Ужас. Подозреваю, что мы можем еще встретить этих тварей по пути обратно, по пути к выходу. Так, сюда, наверное. Не помню, куда я вообще бежал. Стоп, я не помню, чтобы я бежал. Здесь я не пробегал. Зато есть сундук здесь. Да чтоб ты... Да не стой ты на месте. А, застряла. Застряла наша девочка здесь. Немножко. Средняя сложность взлома. И есть, получилось у нас отлично. Все, берем. Сколько у нас? 59 из 80. Занято место. Так, что здесь имеется? Так, я подозревал, что не зря
такое ответвление, есть осколочек, нашли мы. Пока что их использовать не буду, так как их особо и немного у нас. И я не знаю, можно ли их доставать потом из оружия обратно. Вынимать или все. Выкидываем оружие и выкидываем осколок вместе с ним. Это было бы очень жалко. Особенно если осколок действительно хороший. Да и сделать мы пока что не можем хороший осколок. Может, стоит прокачать все-таки создание кристаллов? Хотя, может... Но не думаю, что особо нам это нужно. Пока что, по крайней мере, мы особых проблем, особых трудностей не видим, не встречаем. Greeting, my journal. Oh, I trust this wasn't too difficult to obtain. Не особо. What of Horace? Он мертв. A shame that. Thank you for being brave enough to retrieve this, in spite of what happened to Horace. As we agreed, here is some gold for your trouble. I appreciate your help. Удачи тебе, Стеллан Рейтон. 516 золота, а вот это, друзья, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Давайте теперь мы выберем задание. Нам ведь нужно вернуть... Точнее, не вернуть, а вернуться к Делкану. И рассказать, что мы уже разобрались с пятеркой троллей. Делкан, отойди ты уже навстречу нам, что ли. Тебя пока добежишь. Ага, у тебя здесь лагерь. А, это ж мы здесь убили первого тролля, да. Вон он лежит. Превосходный эфес пламени. Here, take this. It was Jewelry's sword hilt. Broken now, but she might be mighty again if a skilled smith wanted to make her so. It's what Jewelry would have wanted. I'm sure you'll put it to good use. Прощай, Деклан Малус. Farewell. Давайте посмотрим, что за рукоять. Вау, завет Силана, посмотрите, атака 44 общая, 25 физический, 13 колющий, 6 урон от кровотечения свыше 5 секунд. Вау. Зачем нам теперь нужен этот лук-охотник, когда есть завет Силвана? Лук-охотник, пожалуй, мы в мусор. Молот тоже в мусор. Защита у кирасы, обеззараживание. 6 силы для нее нужна, да, чтобы вас покусали комары. Ну, оставим пока что. Пока что оставим. Остальное скинем. Итак, предметы. Где этот эфес? Порванный дневник. Так, этот мы читали. Продадим его. Нет, он, подождите, он должен быть вот здесь. Превосходный эфес пламени, да. 13 урон от огня, 8 урон от горения свыше 6 секунд. То есть уже 21 урон. И это еще только эфес. А еще само лезвие, если хорошее подобрать, то будет... То будет очень круто. Так, стоп, давайте же выберем теперь следующее задание. Давайте выполним задание для фракции, пожалуй, а? Давайте... Стоп, куда мы до этого шли?
за кинжалом Итрана. Ну, раз уж мы... Давайте выполним это. Раз уж мы начали выполнять, все-таки, как далеко еще идти. О-о-о, еще идти, идти по пути. А, нет, это останки фермеров. Еще идти и идти. Хримонвиг. Ага, кстати, недалеко идти, в принципе. Только что просто обратно возвращаться теперь придется. Так, нам ведь придется перейти сейчас. Там вот, да. Угу. Перейдем. В общем, идти просто по дороге, по вот этой. Просто по дорожке топать. Теперь переходим. Да, буду стараться поменьше времени уделять сбору всяких цветочков, листы-дристы. Опаньки. Ах, черт, не успел я откатиться. Получай, 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 получай. Все берем, само собой. Ну, заодно и бафнемся. Мы побежали дальше. Пещеры Сандура. Окей, отлично. И где ты? А вот ты где. Это ты или нет? Стоп, ты... I've been tracking you for some time. Enidon keeps you strong, but I am stronger. Ничего не понял я. Delph and Ugnar will perish. Two lives for one. It is the blood right. And I will be free at last. Я тебе не позволю. Give me Delph's dagger, and you may find mercy in Enidon. Ваш враг Красный Идвард. True, but I know him. And he will not rest until one of us is satisfied the blood right. Two must die, so one will live. I intend to be the one to live. Ну что ж, нет, платить я не буду из принципа. Сразимся, только так. Excellent. Enidon's justice will be done. Вот и все. Осмотреть. Итран Тень. Шлем Сквайра. 243 монеты. Кинжал Красного Легиона. Итак, отлично. Давайте осмотрим еще и его лагерь. Ну, так как он уже мертв, конечно, это уже будет не воровство, так как мы убили хозяина. Очень простой. Мне кажется, ли теперь мы можем... По-моему, у нас прокачан злом... Но... Нет, не можем. Я думал, у нас злом прокачан настолько, что теперь замки... Уровень очень простой, будет сами по себе открываться. А сейчас просто проверим. Давайте уточним это. Уровень, кстати, повышен. Вау. Давайте прокачаем. Ну-ка, так. Вас всегда ждет успех при взломе очень простых замков. Написано, вас всегда ждет успех, но... Возможно, отмычка просто подражала бы и все, но не сломалась бы при этом. Надо будет попробовать. Итак, какой у нас уровень? Ну, в любом случае, еще не восьмой. Итак, прокачать, прокачать. Обнаружение скрытого я хочу прокачать полностью. Кузнечное дело бы еще прокачать. И производство кристаллов скрытность тоже. Скрытность тоже очень нужно. Производство кристаллов тоже очень нужно. Да, чтоб... Вы можете извлечь кристаллы из любой ячейки, используя алтарь производства кристаллов. Вот это круто. Эпические кристаллы. Так, друзья, я даже не знаю, что все-таки мы будем
качать. Возможно, взлом пока что приостановим. Дальше прокачку. Покачаем мы все-таки производство кристаллов. Давайте, блин, не знаю, нарушение скрытого тоже круто. Найти все камни знаний. Давайте будем качать производство кристаллов теперь. В общем, будем намного, скажем так, тратить во все стороны. Так, а что если качнуть? Разблокирует незаметные атаки, да. А что будет на следующем уровне? Урон повысится. Плюс 20 к физическому урону при атаке неподозревающих противников от режима скрытности. Плюс 30% к урону от кинжалов и клинков эльфов при подлой атаке. Пока что давайте. Мы не так часто это используем, поэтому прокачаем вот что. Ловкость. урона. 6. Максимальный уровень. Да. Это максимальный уровень. Теперь мы можем качать дальше что-то еще. К примеру, качнем вот эти атаки. Давайте. Почему бы и нет, а? Подтверждаем. Также провокатор пока что. Так, что у нас по заданию теперь, кстати? Доставить кинжалы. Это мы сделаем потом. Давайте мы вот это задание, задание фракции выполним. Как далеко оно находится? Так, а поблизости какие-то есть задания, которые мы должны выполнить? Только лишь здесь, в общем, лесу, вот собрать останки, да? У нас целая куча заданий. А выполнить? А выполнить-то нам, по сути, и нечего. Так, куда бы мы здесь могли переместиться поближе в таком случае? В Йолван, наверное, можем переместиться, а в хижина Ардена, вот, и от нее пойти уже в этом направлении, пожалуй, давайте так и сделаем. Но пойдем мы по квесту уже в следующей серии, друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Большое спасибо вам за просмотр. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи и пока-пока.